Роль государственных служащих в стране велика, они являются проводником осуществляемой политики государства во всех сферах общественной жизни. Преимущественная работа государственных служащих направлена на удовлетворение потребностей граждан в рамках правового пространства. Каиржан Кожахметов возглавлял областной профсоюз на протяжении 6 лет. Сегодня мужчина находится на пенсии, но рад принять участие в мероприятии. Сегодня хорошая встреча с коллегами. Этот день собираются отмечать бывшие председатели профсоюза и председатели облпрофов. Потому что 23 июня 2002 года ООН этот день был назван Днем государственной службы. Коллектив крупнейшего профсоюзного комитета Акмолинской области насчитывает около 4000 членов. Специалисты отмечают, что труд профсоюзов важен в современном обществе. В рамках мероприятия лучших работников отметили почетными грамотами. Всех представителей профсоюзного движения поздравили со знаменательным днем. Александра Гауэрт, Павел Соловьев, Дидар Умерзак, Кукчи Акбарат.